Всем привет! Начинается новый влог. Ой, пойдем на улицу. У нас, короче, ветер. Вроде как тепло, но ветрище. Короче, вот такой мой лук. Такую шишку замудрила. Короче, достала свои гуччи турецкие. Вот такие гуччи. Но они мягенькие вообще. Такие мягенькие. Вот. Пойдем сейчас на улицу. Настроение просто отличное. Сейчас носки одену. Куртку тоненькую такую одела. Ну-ка, вот, вот так вот. Ну, мне кажется, нос, да, пойдет. Макияжик, красная помадка. Вроде солнце светит, но, знаете, не особо, чтобы как и грело. Аня сегодня рано утром встала. Ну, фильм не подарили. Вот такая, короче, погода. На солнце тепло. А в тени холодно. В тени все равно 20 показывает. Да. Понятно, не 25. Пошли в сети мол? А зачем тебе сети мол? А, о чем мы с тобой говорили? Ты сказал, не сети мол, типа. Делай все так. Ну, я имею в виду в ту сторону. Туалет такая. Ну так-то удобно, блядь. На тут так мопить. Все на этих самокатах. Ну только вещи по дорогам по таким ездить надо. Здесь люди ходят по такой по пешеходке надо. Там, блядь, машины их садится. Тем более. А что написано? Покрашено или что? Осторожно, покрашено. Ну, наверное, блядь, еще не высохло. Сянешь там, залезешь. У нас свой поющий фонтан. Да, папа. Вот такая косичка какая-то. Пришли, короче, хотел сказать, с работы, с магазина. А ты букву куда? Я себе положу. У нас развлекуха начинается. А букву где? У тебя, ты сказал. А, а может быть, твой там? Мои там. В мешке. Нашла? Короче, сходили в магазин. Нет, нет. Здесь букву нет, ты там с моей. Да тут где-то нашла. Нашла? Да. На тортик. У меня одна четверка была. Короче. Сегодня еще стрим проведу на балконе. О, мам, я с тобой. Подожди. Что-то я не так поставила. Вот так, что ли? Я не знаю, так видно, нет? Я думаю, что видно. Так, Малеха. Сегодня, отметим. Сегодня мы будем с мамой сидеть на балконе и рассказывать вам интересные истории. Ага. Да. Короче, взяла вот такое венцо ламбруско, не пробовала, розовое. Я, главное, помидорки, черри. Немножко. Разговорное больше, мне кажется. А, магазины, торт, потому что стряпать мне некогда. Вот такие я еще себе чипсы взяла. И а вот это нет. И это так. Это обзор у нас. Смотри, да, тут да, что-то да. Можно выиграть, но мне кажется... Вот такие груши, говорят, вкусные. Я пошла? Порежем. Ну, Пашка, пиво. Тут еще раз сырок взяла. Вот. Какой-то. А, ну, кстати, вот такое брали, нормально. Что там упало? Фрукты вот эти. Давай, доставай. Так, по-моему, яблоки осталось. Я испугалась, потому что оно на ногу упало. На ногу? Да. Вот. Ну, так яблочки взяла, потому что яблоки закончились. Все. Вот такие черри вообще недорого получается. 59 рублей вот такая банка. Ну, Аньки эти, как его, чудо. И салфетки я еще фиг зашла, да, кстати. А этот уже быстрее суетится. Папу, лишь бы повод был. А, еще, знаете, вот такую я взяла. Волков рулет пикантный с чесночком. Порежем. Красная рыбка у нас еще сегодня замариновалась. Засолилась, вот да? Там я как раз пиво еще красная рыбка есть. Да что вы говорите? Пиво. Нет, у вас там большая уже работа, а я маленькую, что с пивом. Короче, нормально. Бутиков так сделаем. Нет, я еще хотела эту рульку сделать. Не знаю, сегодня рульку ничего не охота. Что, холодильник у меня пока? Да, тортик убери в холодильник. Ну и все, в принципе. Больше ничего не надо, ничего не охота. Ну, чисто давай. Семейные. Я так груши захотела. Вон она вообще такая спелая, сочная. Ой. Сейчас тоже ее порежу на кусочек к венцу. Пашка уже пиво, блин.
вообще. Это вот это Вильямс. Ну, прям сейчас с нее сок. И вот так вот по-семейному. Честно, уже, знаете, неохота такие какие-то шумные дни рождения справлять. Просто чисто в кругу семьи. Вот. Ну, посидели, поговорили, что-то повспоминали, какие-то планы на будущее. Даже из еды, как сказать, скромненько. Чисто вот на перекус Пашка уже чипсов свою, вот рыбка там еще есть в холодильнике рыбка. Вот это вот Волкова порезала, сырок, орешки, и тут чипсоны, тут еще мои. И помидорки сейчас еще помою, и все. Просто чисто охота такого домашнего, семейного. Если мне захочется, я включу музыку. Не хочу, хочу просто в тишине, знаете. Вот как-то так. Прям сладко. Тасик. Ну как? Короче, сейчас попробую вот эту ламбруску розовую. Ламбруску вам попробую сейчас. Давай. А ты что, вот так не будешь? Ну, чего надо? Ты мне чего желаешь? О, мамулечка, ты, тебе это все 18 лет. Ты что, там здоровье, счастье, сама знаешь. И капусты побольше. Угу. А денег. Как? Ну, капусты, да? Долларов. 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 Ну, можно биткоину. А здоровье? Я сказал, здоровье, ты что, не слышался? Да? Здоровье, счастье, всего, мам, побольше. Угу. Здоровье самое главное. А да. Потом уже капуста. Здоровье самое главное, чтобы все были здоровы. Мам, здоровье это самое главное. Ну ничего так. Не успела еще до здоровье конца. Здоровье самое главное, мам. А это капуста-то потом. Да, папуль. Ты что меня снимаешь опять? Я тебе что, в Ютубе опять могу? А то. Нет. Это попкорн не выкинь. Выкинь ее туда. Не нужно. Ну она зачем тебе нужна? Да я выкину. План-то те, что-то для чего для дела оставляешь. А потом, да, мы будем тортик. Ой, тортик потом, это уже с чаем там будете. Это такое серьезное дело, тортик. Это сходить надо серьезно к тортику. Так, что я хотел? А, я же еще хотел. Что ты хотел? Ой, маленькая слегка, попью еще. Вот хочешь, ешь, бери ешь, тоже. Воды мне не надо, нет. Я пиво пью, зачем я буду хлеб-то есть? Ну, можешь сверху снять. Нет. Я уже сегодня с работы с утра все поздравляют. Что-то эти чипсы так уже наелся чипсами. Ну вот бери шпажки специально так раз. Вот так мелко черри порезала напополам. Ну как пополам просто. И чуть-чуть посолила. Конфетки еще достань мне, кстати, сладость тоже. Угу. Не хочу я мяса, ничего такого. Вон если мясо, он все наготовлен, не хочу я такого, знаете, там мясо тяжелое. Еще конфетки тут у меня. Сладенько, сейчас достану, а потом. На, убирай в холодильник. Я его достал себе три. Уже, наверное, столько желудок просто не ест в себя, в организм. Были бы деньги, пошли бы в ресторан, да, папа? Обязательно. В Дубае полетели бы. Самолет заправили. Конечно, а как ты хотел? Что у нас в России делать-то? Не говорим. Ты понял, на кузнецке. Звонит Москва, это, по-моему, этот в том году Sunlight. Я, певец и композитор Дмитрий Маликов, звоню, чтобы лично поздравить тебя с днем рождения. Желаю тебе блестящего настроения. Лучше бы золото бы слали бы, настоящего, да? Твой код на подарок уже у тебя в СМС и в мобильном приложении Sunlight. Также в мобильном приложении получил персональный купон на дополнительную скидку. Позволь себе чуточку больше к празднику. Моя звезда, твой Дима Маликов. Вам так поздравляют, нет? То он рекламирует, а не делает, нет, чего ли? Ну, конечно, он в рекламе. Он же неспроста это рекламирует, Лен. Я говорю, Москва.
О, слушай. Зашибись, блин. Это как они называются? Никакой романтики, пам. Полная романтика, торт надо разрезать. Пам, никакой романтики. Малыш, здесь уже чай подходит, блин. Пам, ну вообще, блин. Они даже дотла не сгорали. Дотла не сгорели эти четверки. Потом, вот прибавим, у меня когда будет 144 года. Нифига ты хочешь прожить. Ничего тебе это не съел, видишь уже. Вот это что ли? Что это такое? Это подставка под этот. Вот подставку чуть не съел. Представляешь, уже что-то вообще. Это какое-то вообще. Вишенка моя на торте. Да я сам как вишенка.